Нью-Йоркские парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что Воскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно, но что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например, деньги или ключи, или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? В смысле, они расстались, что ли? Да? Подожди, да ну, с чего бы они расстались? Сиреной. Поговорим потом. Иди. Эх, блин, даже Человек-паук не успевает картошечку фри навернуть и уже мчится в бой. Да. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Какой-то дед тут задорный в этой кафешке. Ну, чё, Человек-паук побежал опять спасать мир, дорогие друзья. Так, ну что ж нас тут ждет? Конечно же, мы уже летим куда-то, дорогие друзья. Так, отлично. Так, спокойно. Привет, это я. Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шульц снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не справился. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. Так, не знаю, о ком речь. Я бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. О, это нет. Совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Блин, представляю, что нас ждет сейчас. В скором времени, дорогие друзья, походу какой-то маньяк с электрошоком. Ну вот как сказал Питер Паркер. Так, хорошо. Внимание машинам. У нас тут 10-10, наркодилеры. Всем машинам в Северном Металл. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, док. Я взял правила ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого Зигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, кто вершит великие дела, не дают таким судам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Пока. Так, ну хорошо. Летим. Так, ну потихонечку, дорогие друзья. Запинаемся об здание в какие-то моменты. Ну что, давай разгончик. Так. Не могут покинуть машины. Всем машинам. Так. У нас происшествие. Блин, везде происшествие, везде какой-то грабеж, то еще какая-то фигня происходит, то наркодилер какой-то. Ё-моё, ну Человек-паук, блин, их ж, он же один. Он же не может вдруг стать с кучей клонов и спасать мир. Поэтому мы идем сейчас пока что к одной метке. И вот у нас остался 1 километр до этой метки. Так, потихонечку сейчас приблизимся. Блин, капец далеко. Если честно, я тебе скажу вообще. Так, давай потихоньку. Потихонечку. Летим. Блин, прикольно. Вот знаешь, что мне нравится? Вот когда мы летим, мы можем немножко заглянуть даже в окно квартиры какой-то и прям посмотреть, что там реально кто-то есть, кто-то ходит, кто-то что-то делает. Реально прикольная тема. Так, очень все продумано, очень много деталей, дорогие друзья, прям вообще, как в реальной жизни. Так, ну что же, оу, тихо-тихо-тихо, спокуха, потихоньку. Так, мухи в паутине, чего-то тут какие-то значки получаем. Так, и значит здесь
наше какое-то место. Так, что произошло? Давай-ка смотреть. Воу! Так, это еще кто? Эй, Герман! Серьезно? О, нет! Так, мне... Ага, он от нас уходит. Ты меня не поймаешь. Ты это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня притормозишь. Какой ты чуткий. Так, ты посмотри, какой хрен там. Так, какой-то некий Герман. С электрошоком. Так, давай, летим. Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать. Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. Так, хорошо. Души-то у тебя нет? Так, бежим, бежим, бежим. Хотя бы говори со мной, так будет интересней. Так. Человек-паук очень сильно хочет поболтать, дорогие друзья. Блин, этот хрен уходит так. Спокойно. Ай, бля, запутался. Ай, запутался. Ах, ты что, посмотри, чё, шокер скрылся. Так, подожди-ка, нам нужно быстро действовать, дорогие друзья. Очень-очень быстро, так сказать, действовать. Так, хорошо. Блин, а он охренительно выглядит, этот хрен. Эй, Герман. Серьезно? Так. Полетели. Так. Давай, так, давай быстрей. В принципе, я уже запомнил его траекторию, дорогие друзья, поэтому мы сейчас быстро все сделаем. Так, давай здесь. Хорошо. Зачем так, деньги, давай. Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто так, пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать. Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Так, спокуха. Ну же, Герман. Ах, ты ж черт. Со мной, так будет интересней. Блин, хочется какой-то на реактивном чем-то полетать, блин. Мистер, Шокер! Ах ты ж черт, он уходит! Так, спокойно! Блин, паук, немедли! Нам нужно его поймать, нам нужно поймать этого хрена. Вот у него есть замедление некое. Ах ты ж черт, блин, какой он трудный. Какой он трудный, этот хрен. Стой, не уходи! Не смей уйти, не смей уйти. Давай, Человек-паук, харе выплясывать, давай. О, да, поймал, дорогие друзья, есть, хорошо. Так, ох, как он меня... Ни хрена. Так, стой, угнал этот хрен. Так, опять погоня, да ты чего, блин? Ты грабишь людей, полиция же следит за каждым твоим шагом. Давай. Бля, задание провалено, черт. Подожди, стой. Я надеюсь, не сначала, потому что, блин, я только его поймал, это, блин, походу его несколько раз нужно отлавливать, дорогие друзья. Да, походу его несколько раз нужно отлавливать, так. А зачем ты вообще грабишь людей? Так, хорошо. Да, ты туповат. Ах ты ж черт, разогнался, дорогие друзья. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Так, давай. Наверное, ты с кем-то работаешь, или на кого-то. Наверное, на Фиску он работает, этот хрен. Я его из тебя выбью. Так, давай. Хорошо. Давай, давай, быстрей. Давай, блин, быстрее, он уходит. Так, 90 есть. Давай, быстрей. Давай, полетели. Быстрей. Ах ты ж, черт, уклониться. Так, он еще и стреляет чем-то, каким-то дерьмом. Какими-то электрошариками, блин. Опа, давай. Есть, поймали, хорошо, дорогие друзья. Так. Ах ты ж, черт, какой он мощный. Блин. Все, ты пойман. Как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Может позже. Да, поймали мы этого чувака. Все, отлично. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О,
Таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Так, ну хорошо. Задание пройдено. Так, хорошо. Кажется, у меня появилось свободное время. Может заняться той маской поподробнее? О, это МЖ. Ну давай сейчас, короче, поздновато ты. Посмотрим, что за маска. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага, он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорил, за всем этим явно есть какая-то история. Уже почти утро. Мистер, конечно. Придет. Так, надо, ну... Надо перекусить. И где? Чё, всё, пришли вроде. Так. Ох. Так. А, всё, мы пришли в то же здание. Вот это добро пожаловал в Welcome to Fest. Так, ну что, погнали искать мистера Ли. Что у нас вообще по заданию, дорогие друзья? Вроде как найти нашего вот старого друга. Так, он где-то здесь, наверное, на кухне копошится. Так, или либо он тут находится. Так, где он вообще находится? Так, подожди, может он на втором этаже? Так, подожди, где? А, во, вот его кабинет. Так, хорошо. Питер, чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что? Так, ну-ка. Любовь. Ага. Где она нашла? Я точно не знаю. А что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень... Так. Боялся. И типа... Типа слушай, какие-то плохие чуваки? Эта маска, она... Не, ну... Может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Ну, типа, мы с этими чуваками разобрались, дорогие друзья. Так. К чему рисковать? Окей. Значит, скорее всего, этот момент, который был с этими чуваками, он не сохранился, потому что я вроде... выключил запись, либо не включил ее, короче, черт его знает. Испугался. Никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. А, понятно. Демоны, значит. Хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Так, ну хорошо. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Так, ну хорошо, спускаемся, значит, что нам нужно сделать? Так, хорошо. Стоп, подожди. Что у нас по заданию? Так, ага, выйти отсюда. Ну, хорошо, погнали от Седова. Короче, дорогие друзья, и, значит, что же? Пойдем спасать мир, так сказать. Фух, зло не дремлет. Это уже понятно по этим маскам и так далее. Так, ну, блин, все-таки какой шикарный костюм у Человека-паука, я офигею. Так. Шикарно, погнали. Так, маска пройдена, хорошо. Так. Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Так, исследуйте город, чтобы улучшить свое снаряжение и способности. Ну не знаю, новое побочное задание. То есть, блин, нет бы, чтобы домой пойти и спать, и он вдруг решает обследовать город. Так, ладно, погнали.
Так, хорошо, я пока пройдусь, так сказать, портфельчики понахожу, дорогие друзья. Поизучаю немножко городок. Так, где-то здесь, да? Так, вот там. Хорошо. Так, это здесь. Так, спокуха. Питер, со мной говорил мистер Ли. Он встревожен. Ты что, ввязался во что-то опасное? О, всего лишь расследование Мэри Джейн. Не волнуйся, я скажу и быть осторожной. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Ты ему нравишься. Он восхищен твоим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умны. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс, Мэй. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Так, ну хорошо. Так, да где этот рюкзак? Я так понять не могу. Он как бы здесь находится, но... Где-то, что ли, вот тут в подсобке какой-то, да. Алло? Питер, это доктор Октавиус. Привет. Ух ты! Как плюшевая игрушка. Пошел на примерку. Я совсем забыл. Мягкий паучок. Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят. Блин, шикарный мягкий паучок. Блин, я бы хотел бы такого. Какой он милый. Тебе скажу, вообще необычно. Так, ладно, значит что? Прошу прощения, док. Что такое? Капрал Экситер пришел на примерку. Я совсем забыл. В смысле, не то чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания все регулярнее. Хватит уже, Паркер. Давай, соберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Так, ладно, полетели, значит, дорогие друзья. Так, нам нужно лететь и поскорее опять в лабораторию доктора Октавиуса. Погнали. Ну, я так понимаю, мы сейчас опять летим на работу. Так... Погнали. Главное, что мы остановили этого грёбаного... Как его? Сейчас тебе скажу. Электрошокера. Какого-то очень странного чувака. Так. Я, кстати, не припомню, может, он и был в комиксах. Просто, блин, всех помнить персонажей, это вообще прям жестко. Так. Так, вышки, стой. А мы куда, на вышку идем, типа, либо куда? Не, подождите, пока никакого подкрепления, дорогие друзья. Нам нужно сейчас лететь на работу и очень даже поскорее, я так понимаю. Так, быстрее, опа! Всем машинам, и либо... Немедленно так, прием. Хорошо, летим. Так, давай. Человек-паук любит покружить! Блин, давай уже на работу. На работу, есть. Все, погнали. Так, заходи. Так, переодеваемся. Ух. Ну что ж нас там ждет? Так, кстати, а вот не смущает ли случайно вот доктора Октавиуса то, что он выходит через какое-то подсобное помещение? Так. Либо, хотя, может, тут обходной путь какой-то, черт его знает. Так. Как она действует? Как вау! Настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать, и... Так, прикольненько он изобрел, этот доктор Октавиус. Так. Да. Так. Эй, это кто? Вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Стоп, стоп, стоп. Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Так, стоп, это кто? Мистер Осборн? О, ну хватит, сколько мы уже друг друга знаем. Я мистер мэр. Да Норман, Норман. Норман, что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Так.
Нам прощали? Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, в Ascorp. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. Блин, жалко доктора Октавиуса. Жалко лабораторию. Питер, Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Так, понятненько. Ну все, значит, мы теряем работу, дорогие друзья, я так понимаю. Вот. Тише, тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер, какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Понятненько. Мне нужно печально, подумать. Печально. На твоем месте я бы искал работу. Жалко, вот такие пироги, дорогие друзья. И как же мы оплатим-то квартиру? Питера Паркера выселят же. Блин, это же ужас. Так, незабываемый день пройден. Хотел бы я помочь доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет, Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока... Так, ну хорошо. Значит, продолжим мы пока что. Должен быть способ помочь доку. Продолжим мы в следующей серии, дорогие друзья. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.